Так, следующая серия «Сломанная стрела». Военная урановая сырье находится на пути в лагерь. Интересно, перехватите конвой, захватите ядерное оружие. По крайней мере, одна партия сырья для вооружения находится на пути в лагерь ОН под охраной конвоя. Вам в обязательном порядке требуется найти этот конвой и вернуть ядерное сырье. Вы должны перехватить конвой и задержать его, пока люди из Национального комитета по энергетике не прибудут на станцию. Место высадки группы БИКАС будет расположено севернее главной дороги. Группы Альфа и Ворон будут атаковать главный лагерь ОН в случае, если БИКАС не сможет остановить конвой. Разведывательное управление обнаружило несколько патрулей, которые придется обойти или уничтожить. Конвой состоит из нескольких легко вооруженных машин и грузовиков. Вам лучше всего будет уничтожить головную машину и держать колонну в окружении. Головную, может, главную? Всем королям, конвой перевозит Туран. Мы должны перехватить их до того, как они достигнут базы. БИКАС, займитесь машинами сопровождения. Че, где колонна? Блять, что это было? Приказ, король 6, займитесь головной машиной.
Да еще один БТР. Альфа-2 ранен, Альфа-2 ранен. Пикас, король 6, Альфа уничтожена. Ворон 1 ранен, он убит, он убит. Всем королям, Пикас обезвредил, король 6, Ворон уничтожен. Все. Вообще хуй почил. Всех убили, правда, но я зато вытащу. Дальше. Так, продолжим всю серию.